Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в Castle Crashers, и, в общем-то, продолжаем. Мы подняли котенка, я не помню, на самом деле, что он делает, я в прошлом эпизоде говорил. Но все равно давайте сходим дальше, посмотрим, что здесь такого интересного. Да, в прошлом эпизоде мы победили, по-моему, двух боссов, если не ошибаюсь. Да, это была летучая мышь и принц, так сказать, или какой-то, не знаю, ну, в общем, да, принц рыцарей, вот таких вот, в общем-то, или жених, женихом можно его назвать, я не знаю, так как он собирался жениться на одной из принцесс, которые, на одной из принцесс, которых мы должны спасти, в общем, как-то так. Здесь нужно потихоньку сражаться с этими ребятами, как-то не попадаться на соседников, иначе все будет плохо. Так, отдайте мне золото мое. То этот жадный воришка может отобрать мое золото. Мне этого не нужно. Так. Так, блин, какие же потные эти слизняки. А, нереально побеждать просто так. Им слишком много ударов нужно наносить, чтобы победить. Все, ты умер. Да, отлично. Слизняк умер, ну и идем дальше. Дальше. Смотрим, что здесь. Так, это карета из предыдущего эпизода. После прошлого файта. Так, ну они между собой будут сражаться, если не ошибаюсь. Ой-ой-ой. Или нет, или все за мной. Да-да, нет, мое. Мое, фак. Нет, и все ребята пришли за мной. Окей. Так, ну давайте делать какие-то комбинации, пытаться. Хотя, мне кажется, это гиблое дело. Так. Потому что они будут попадать стрелами, и комбинации не будут получаться. Ай, да ладно. Сейчас меня могут убить. Этого я не хочу. И у меня только лук в запасе. Да, было бы неплохо, если бы у меня еще были зелья, с помощью которых я мог бы вылечиться. Что же такое? Так, и тут опять воришки. Так, ну, ладно, ничего страшного. Думаю, все-таки я выживу. Так, да, и здесь еще дают какое-то оружие. Так, возьмем назад. Это оружие не очень-то хорошее. Если бы это было хорошее оружие, я бы его еще у кузнеца взял. Так-то это оружие не особо так мне поможет. Тем более статы, похоже, там не очень крутые. Так, окей. Так. Ой. Будем дальними атаками их атаковать, иначе просто отъедем от их всяких бомб и тому подобной чуши. О, все, минус 2, отлично. Ну, в общем-то, магия меня спасает. Так, надо бы разбить эти грибочки. Они как раз и лежат в фрукты. Что есть хорошо. Так, ой-ой-ой. Немножко поджарим, ребят. Так, ну с ними будет сражаться довольно сложно, потому что их много и... Да. Почему? Так, ну, в общем-то, пока разбираюсь на ура с ними. Так. Нужно передислоцироваться, так сказать. Иначе будет плохо, если я буду на одном месте стоять. Более-менее получается с ними сражаться, пока что урона особо так не получаю. Ух ты, новый уровень. Вот это хорошо, это лечит меня, во-первых. А во-вторых, дает мне неплохие статы за прохождение уровня. Так. А, ладно. Так, минус 2, точнее... Нет, точнее, еще даже не минус.
что бы со мной было, если бы у меня не апнулся уровень? Я бы уже давно отъехал, мне кажется. Хотя, возможно, я бы был даже немножко осторожен, если бы... Ай! Нет-нет-нет. Так, нужно поаккуратнее дальше себя вести. Давайте попробуем дальними атаками при помощи магии разбираться с этими ребятами. Да ладно, я все-таки попал. Мы же в разной плоскости стояли. Окей. Так. Ой, все-таки допрыгнул. Я не знал, что они так умеют. Так. А, да ладно. Все, братишка, ты отгребаешь. Ну я почти прошел, так что не нужно мне сейчас умирать. Иначе все это будет плохо. Но сейчас босс должен быть, если не ошибаюсь. А нет, не должен быть. Так, ну давайте выйдем на карту. Потом сюда вернемся. И нужно купить зелье, наверное. О, кстати, да, нужно апнуться. Так, раз-два, раз-два. Раз-два. Ну и... основных сетов поднемножку. Так, ну и давайте пройдемся в магазинчик. Посмотрим, во-первых, что здесь есть. О, здесь есть палка, которая 195 стоит. Ну, давайте купим. Так, плюс 5 к магии, минус 2 к броне. Нет, мне это не интересно. Так, а это что? 210 стоит. Мне, в принципе, хватает, но... Блин, обезьяну хочу. Она увеличивает шанс выпадения оружия и тому подобных вещей из мобов, ну, из солдат, точнее, можно сказать. Так, мне нужно купить поушены, штучек 5. Или, по-моему, их 9 можно купить. Нет, максимум 5. Хорошо, окей. Так, ну я купил, в принципе, посох, что неплохо на будущее, на всякий случай. Так, ну идем дальше, к следующему боссу. Так. Блин, я забыл поменять кошечку. А, ну ладно, ничего страшного, думаю. Думаю, и с этой кошечкой пройтись. Не обломаюсь. Так, хотя я не помню на самом деле, что она делает. Так, и здесь нужно разбивать. Вот. Такую адскую бездну, или как можно назвать, не знаю. Так, вот и понеслась. О, привет. Охранник. Ух ты, да, довольно неплохо заклинание бьют мои. Надеюсь, урона. Вот, интересненько. Нет, сейчас счет на 9 начали бить. Блин, я потратил все бомбочки, сейчас бы мог слоненка найти в стенке, то есть взорвать стенку и найти слоненка, но этого не случилось, потому что я не закупился бомбочками. Хотя надо было бы, ну, как бы, стоило бы закупиться. Ой-ой-ой, прям на бомбу. Хорошо. Да ёп. Гори. Все, ну вроде бы хорошо. Так, ну, думаю, из стульев не будет ничего такого серьезного выпадать. Так что ладно, можно идти дальше. Да, вот за, именно за этой стенкой хранит, ну, не хранится, а сидит слоненок, моб, который нам будет, может помочь. Он увеличит мне, если не ошибаюсь, силу. Это такое. Ух ты, там банан был. Там был банан, и я его поднял. А плюс 41 к здоровью. Ну, не плюс 41 на восстановление, 42 здоровья. Ну, тоже неплохо. Так. Ай, да ладно. Ти фак. Да ё-моё. Что ж такое случилось? Так, ну, вроде бы попадаю. Да, ну и не зря я все-таки качаю магию. Как-никак, она мне очень сильно помогает. Так, ну и, блин, нет, все-таки у меня никаких... нет никаких бомбочек, так что, ой. Хотя я могу выманить из них, из этих чувачков бомбочки.
Так, вроде получается. А, да ладно. Сейчас еще и отъеду. Давайте попьем. Ладно. Зелье. А, что ж такое? Так, хорошо. Ой-ой. Ай. Я случайно нажимаю Shift и при этом пытаюсь сделать заклинание. Но на самом деле я хотел просто ударить. Сейчас я хочу именно заклинание взять. И вот этих ребят нельзя, тяжело поднимать воздух. На самом деле они как-то имеют к этому иммунитет, чтобы бить их в воздухе. Но такое. Так, давайте немножко отопьемся. Ой, ой, в стенку случайно ударил. Током, но ничего страшного. Так, минус один, хорошо, у него золотишко, давайте поднимем. Так, никак, это лишнее золото не бывает. Лишнее золото. Так, кстати, я сейчас могу еще один левел поднять. Скоро, буквально мне 2-3 соперника, врага нужно победить. Ой, как он так за спину прыгнул. Ну ладно. Давайте гасить их магией. Ой. А, мана закончилась, лол. Я подумал, что меня взорвали. Ну вот, сейчас меня взорвали. Так. Ух ты, новый уровень. Круто. Ого, я так долго... А, я так долго бил маной, потому что у меня как раз во время пополнения уровня восстановилась мана. Ух ты, круто, круто. На самом деле, не ожидал такого. Так, а вот эту штуку можно разбить? Нет, нельзя. Окей, ладно, идем дальше. Ух ты, демон. Первый демон в игре. Кстати, после этого парнишки нам выпадает... блин, нам выпадает световой меч. Давайте с ним, наверное, побегаем. Ловкость вроде бы прибавляет всего лишь, но я хочу просто побегать со световым мечом. Потому что я истинный Энакин Скайуокер. И истинный джедай. Так... То есть, Энакин Скайуокер в итоге стал ситхом, но, по сути, он был же джедаем, ведь так? Так что... Так, ребята, вы отгребаете, отлично. О, хорошо, буду бегать с световым мечом. Заходи, я расскажу тебе об оружии. Окей, окей. Так, и оно, кстати, имеет эффект электричества, то есть замыкание на враге. Так, и первый босс в этом эпизоде. Я уже не помню, как с ним сражаться, на самом-то деле. Ой. Ай, да ладно. Ой-ой. Все, я вспомнил, как с ним сражаться. Так. Ой. Довольно просто с ним сражаться. Если вы вкачиваетесь в ману, то довольно-таки просто. Ой. Хотя, по сути... Тихо. О. Так, ну все. Братишка падает в лаву. В общем-то, мы его победили. И тут отсылка само собой к Терминатору. Да-да-да-да-да-да. Та-дам-там-та-дам. Так, ну, нужно, наверное, отцепить девчонку. Но для начала золото, само собой. Че, блин, зря сюда приходил. Не за девчонкой же приходить. То есть не за принцессой же. Не принцессу же спасать от этого монстра. Само собой, я сюда пришел только из-за того, что здесь есть золото. Все, не иначе. Ой-ой-ой, все. Ну, вроде бы все поднял. Так, ну и все. Это, кстати, вторая принцесса, да? Ну, 400 опыта, 200 голды и 20 врагов победил. Кстати, открыта новая арена. За прохождение ее нам выдается новый
В общем-то, за каждую арену нам выдается новый персонаж, но такое. Так, окей. Апаем дальше броню и... Этот... Так, ну и давайте... Ой, стойте. Давайте, наверное, назад к карте. Да, надо закупиться зельями и тому подобными вещами. Если... Мне многие писали в комментариях под первым эпизодом прохождения, что, типа... Что же не писали, лол, я уже и забыл. А, то, что игру невозможно пройти, ну, как бы, на 27 уровне, но, то есть, сразу за первое прохождение, то есть, придется качаться, еще раз качаться, но попробуем сразу пройти все. Хотя уже один раз мы умирали, но все-таки, если вы закупаетесь всякими зельями, то будет все довольно просто. Да, этот меч имеет возможность ударить током. Так что как-то так. Да. Ой-ей. Тут еще и магией владеют. Ну, само собой, тут каждый владеет магией, но это такое. Так, этого поджарил. Хотя они демоны, как их можно поджарить, но, в общем-то, я это сделал. Сделал это при помощи тока. Ток — это тот же самый огонь, только в миллион раз... наверное, в миллион раз горячее, что ли, мгновение. По сути. Так. Ой-ой, успел, фак. Я уже думал, сейчас отъеду. Давай, сгори. Из этих ребят должны выпадать уже... сэндвичи, но пока что я еще ни с кого не увидел, что выпал сэндвич. Ну ладно, не с ним. Так, где молнии из меча? Уже давно не видел. Ой. А, вот была. О, теперь увидел, спасибо. Так. А, нет, не одолели. А, все. Он отъехал, я думал, уже еще раз придется атаковать. Так, и я очень много урона получил. На самом деле, эти демоны не такие уж и простые мобы, они очень много урона наносят по отношению к остальным таким же рыцарям подобным. Так что с ними шутки довольно плохи, особенно они еще стреляют за этими огненными шарами. Тоже довольно много наносится урона. Ой-ой-ой, они еще тут и огненными этими пускают. Ух ты, яблочко, хорошо, спасибо. Вкусно. Оценил. Так. Ой-ой-ой. Сейчас могу отъехать. Давайте все-таки юзнем. Юзнем поушен. Ну. Зелье. Забыл, как по-русски. В общем, пополнил ХВ. Но уже пополнил, так что ничего такого. Так, окей. Ладно, идем дальше. Так. Оба-на. Здесь ребятки, которые дают нам бисквиты. Окей. Вот, точнее, сэндвичи. Так, ты сгоришь. Так, ну мне кажется, все-таки я всю игру буду бегать с этим световым мечом, потому что он мне нравится. Во-первых, а во-вторых, у него хороший эффект электричества, и, по-моему, он увеличивает ловкость, что очень недурно против боссов, потому что боссов я не смогу танковать, я смогу только бегать от них. Так что, наверное, следующим из статов я буду вкачивать ловкость в таком случае, чтобы проще было уворачиваться. Так. Ой, лоу. Все-таки отгреб урон. Новый уровень, отлично.
уже умер. Так. А сколько вообще можно бисквитов с собой взять? Наверное, только тоже 5. Или сколько я уже поднял? 6. Ну давайте. О! Так, отлично. Ну а чё, на тебя не упадет случаем? Я думал, на него упадет дверь, и, в общем, я его одолею таким образом. И получу еще один бисквит. Так, хорошо. Двоих демонов поджарил. Так, ну еще один остался. Ой-ой-ой. Зачем попал по мне? Да ладно. Второй раз попал. Ничего себе. Я его недооценил. Ой-ой-ой. А теперь он сгорит от моего электричества. Я повелитель электричества. Я сам электрик. Я электрик. Ну, все. Это теперь будет прозвище Красного Рыцаря. Электрик. Фак. Лол. Довольно много еды на этом уровне. Не на этом уровне, а именно здесь. О, хорошо. Плюс жрачка. Так. Так, этого нельзя развить. Опа. Еще еда. Ну, давайте пойдем чуть-чуть дальше, потому что мы можем отхватить урона вот сейчас. Так что было бы неплохо оставить пока эти статуи в покое, и потом из них выбить что-то. Да ладно! Сейчас отъеду. Ребятки, я думаю... Ой, лол. Так, нужно приготовить зелье, иначе все будет плохо. Так, все-таки я выбью зелье. Да ладно. Эти ребята слишком много кастуют. Даже чаще, чем я. Интересно, интересно. Сколько же у них маны? Хотя их трое, по сути, возможно, они успевают пополняться, просто я не замечаю за то, что их трое. Ух ты, только что почти троих словил. Лол, было обидно. Так, ну одного убил, хорошо. Из него была только монетка. Я надеялся, конечно, на еду, чтобы пополниться в здоровье. Но нет. Ты сгоришь. Так, все, сгорел. Сгорел, догорел. Фу, ягода. Прикольная ягодка. Ты картоха. Тоже интересненько. Так, и здесь будет... А я уже не помню. О, скелеты сейчас вылутся или нет? Ну да, он сейчас, по-моему, должен оживить скелетов или... Ну, короче, из этих ребят. Да, мне придется с ними сражаться. Ну ладно, ничего страшного, посражаемся. Так, окей, идите сюда, малыши мои. Почему-то у скелетов круглые черепа, а когда я бью их молнией, скелет отображается с квадратными. Лол, это даже забавно. Ого-го, скольких я поймал. Ой-ой-ой, это было интересненько. Ай, фак. Давайте еще. Блин, я думал, еще подбегут ребята. Ох, троих. Но они так носятся. Да, в принципе, здесь можно довольно просто их словить. Всех. Ого-го, это было забавно, если бы у меня еще немножко подольше длились сети. Если у меня чуть подольше длилось заклинание, то я бы их, наверное, убил всех. По сути, только что двоих убил, мог бы остальных тоже вынести. Ну и вот, да, все довольно быстро умерли. Так что у меня все получилось. Так, нет, ты меня больше не ударишь. Да ладно, еще встал, ничего себе. Так. Я, конечно, не ванпанчман, но ты улетишь. Ну, не с одного.
Болдера, конечно, но улетишь. Так. Окей, окей, идем дальше. Сейчас должен быть босс, но не прямо сейчас, там еще довольно далеко шагать. Да. Ух ты, поднялся уровень, я намного дольше бил. Новый комбо ДДБ. А, это, короче, нокаут. Нет, не та атака. А, нет, и это не та. Ой. Так. Ой. Блин, я пытаюсь выполнить эту атаку и тем самым... выполнить эту атаку, и мне ничего не получается. Хотя, по-моему, если я ошибаюсь, если меня не подводит память, то на этих демонов именно эта атака не действует. Не знаю почему, но... ладно, попробуем на следующих. Наверное, это будет в следующем эпизоде, потому что этот эпизод будет только с демонами, наверное. Так, ну окей, поехали дальше. Так, ну сгори, что ли, ради меня. Во славу меня. Во славу самого меня. Во славу электрика. Так, ух ты. Здесь, кстати, мясо, если не ошибаюсь, лежит. Да, отлично, перекусим. Пополним все здоровье. В общем-то, даже неплохо. Ой-ой-ой. Хотя бы один попался, и то хорошо. Че они у меня стреляют? Лол. Странные какие-то берут и стреляют. А вот это та атака. Если ошибаюсь. Или нет. Ну ладно, идем дальше. В общем-то здесь вулканчик. А, я все вспомнил, что здесь нужно делать. Мы одолели вулкан, но у меня очень мало здоровья, я могу отъехать и... Так, как-то аккуратно открыть. Так, ладно, одним яблочком я сыт не буду, и не пополню себе здоровье. О, а вот этим я пополню. О, шикарно, шикарно. Эй, я и забыл на самом деле, что дальше будет. Мясной шарик. О, босс. Я уже не помню, как с ним сражаться. Я почти не помню никакого босса, с каким можно было сражаться. Ой. А почему он висит? Ай, нет. Так,
получаешь. А нет, не получаешь. О, извините. Блин, я все-таки умер. Блин, я уже не помню на самом-то деле. Действительно, как сражаться с этим боссом? Ой, нет, не то. Же, хочу вкачивать. Давайте сделаем вот так и вот так. Хорошо. Так, новое заклинание. ДДДВ. Новая магия. То есть, окей, окей. Так, ну давайте купим зелье. Блин, и с самого начала придется проходить. Фак, как же не хочется. Так, 2, 3, 4, 5. Сколько эта рыба стоит? 300, ну, у меня таких денег нет, извините. Ладно, давайте. Это 240, и таких денег у меня тоже нет. В общем-то, давайте, наверное, возьмем нового зверька какого-нибудь, очень полезного, который поможет мне с боссом, например. Так, окей. Хотя мог нажать на аши, пойти домой. Так, а что это этот котенок делает? Так, увеличивает твою ловкость. Ну, то есть это благодаря ему я сейчас бегаю так быстро. Ага, я хотел совенка взять. Не-не-не, я возьму вот этого братишку. Он стопит врагов, что очень-очень полезно. Так, и блин, что-то довольно сложно получается. Довольно долго видео в таком случае будет, если я один раз отъехал. Так что, возможно, будет довольно тяжело. Ладно, если сейчас еще раз не получится, то уже в следующем видео продолжим. Но надеюсь, сейчас все будет в порядке. Так, я немножко поднабрался опыта, немножко прокачался. Крит, нифига себе, сразу крит. Что это за демон такой? Так, и он сразу, он не сразу же умер, конечно, но так неплохо. Так, и пытаться, кстати, нужно пытаться не использовать этих. Не использовать, чего же я хотел не использовать? Не использовать зелий, а более-менее склоняться к использованию этих фруктов, которые будут находить на уровне. Так, немножко. Так, а почему летучая мышь вообще не атакует никого? Это не нравится. Так, словил, хорошо. И они довольно быстро умирают. Похоже, когда вкачивая магию, я довольно сильно начал дамажить, что очень-очень круто. Так, стопните, вы умрете, да. Они погибли, окей. Дальше. Еще, ребятки. О, новый уровень, отлично. Теперь-то у меня как бы здоровье пополнилось, так что дальше будет легче. Так, и тем более статы мои подросли, так что можно будет сражаться с боссом. Даже попроще будет, на самом деле. Промазал. Ну как, не промазал, а он увернулся, наверное. Так. Так, окей. Ладно, продолжаем фармить немножко бисквитов. Само собой, это немножко напрягает из-за того, что так долго все делается, но ничего, думаю, справлюсь. Хорошо. Отлично. Ну, еще один парнишка отъехал, и я, по-моему, уже собрал достаточное количество. Хотя вроде 6, по-моему, их можно 9 собрать. Ну сейчас, в общем-то, проверим. Так.
давайте превратимся в огромного мужичка. Так, мы пойдем откроем дверь. А ну сюда, сюда подошел, алло. Ух ты, я его еще достал. Лол. Так, хорошо. Так, комба, комба, комбинушка. Ой-ой-ой. Все, ну, в общем-то, немножко поджег я демонов. Забавно звучит фраза «поджег демонов». Такое. Так, а почему летучая мышь не хватает их за головы и не... при этом не высасывает из них здоровье? Я не могу понять. Вроде должна делать. Да ё-моё. Что ж такое? Я не хочу объехать до того, как дойду до босса. Ладно, придется это сделать. Окей. Так, сразу трое попались, но они вряд ли отъедут. Ну, вдвоем отъехали. Ладно, ну я в какой-то степени был прав. Так, ладно, идем дальше. Перекусить мне пока ничего не надо. О, вдвоем попались, хорошо. Ой-ой-ой. Все равно попали. Негодяй. Так, ну... и надо бы перекусить. О, хорошо. Идем дальше. Сразу попался. Спасибо тебе большое. Вот он сразу попался. Да ладно. Все-таки он меня перехватил. В общем-то, то, что они горят, это означает то, что в любой момент могут использовать магию. Я что-то это не учитываю. Я, конечно, знаю, что это такое, но... по сути... не учитывая, что они могут на меня использовать свой спелл. Прикидануть меня фаерболом. Хадукин. Так. Так. Окей. Ну, вроде с этими ребятами я разобрался. Чтобы подоставать еду из этих... из этих статуй. Отлично, ладно, идем дальше. Скоро будет новый уровень. Апнем левел. Ой, сейчас скелетики. Окей, окей. Ну, думаю, это будет довольно просто, так как они могут попадаться по 4-5 скелетиков в молнию. Так что, думаю, что это будет настолько сложно. Так, ну давайте попробуем. Еще раз. О, вот на этот раз летучая мышь среагировала. Она, может быть, она на демонов не реагирует? Не знаю, такое. Так, ну вроде несколько... Ой-ой-ой. Как же все плохо. Да ладно. Сейчас еще раз отъеду, круто. Давайте полностью пополним ману. О, хорошо. Ух, как провальтил, так сказать. Пустил через них больше электричества. 220, возможно, даже больше. Не знаю, 2000, там, например, было бы неплохо. Но по сути, судя по тому, что они выживают после каждого моего удара током, значит там меньше 220, возможно даже 220. Ведь 200, от 220 можно выжить весь, так. Хотя может и убить, кстати. Ну, в некоторых планах, если сердце слабое или там что-то такое. Так, ну вроде бы я справился с ребятами, теперь надо бы поразрушать вот эти статуи и пожрать. Золото. Нафига мне это золото? Дайте мне какую-нибудь еду. О, вот это хорошо, ну ладно, все. Уже не буду больше разбивать статуи, пойдем дальше. Будем сражаться дальше. И похоже, здесь была деревня, но она затоплена была лавой. Окей, окей. Ну все, виноваты явно вот эти демоны. Что, давайте победим.
Побада всего человечества. Что это? Рыцарство. Ну, то есть в человечестве живут люди-человеки, так сказать. А здесь живут только рыцари. Так что я не знаю, как их назвать. Хотя здесь и принцессы есть, по сути. Но в основном рыцари. Ну, есть еще маги какие-нибудь. Такое. Так, ну, вроде с ребятами расправляюсь нормально. Хорошо. Отлично. О, вишенка, шикарно. Плюс к ХП. Так. Ну и здесь я не буду подбирать пока мясо. Потом на обратном пути. Так, и здесь сейчас должен... А, нет, и здесь. Казалось, что здесь вулкан должен быть, но его здесь почему-то нет. Так, все, умер. А, нет, не умер. О, ты живучий. Так, все, теперь он точно отъехал. Так, но мясо мне все равно пока не надо. А, нет, вот, все-таки вулкан. Ребята автоматически умирают, как только я отбивал вулкан. Так что не обязательно было их бить. Как-то так. Ладно, давайте подберем мясо. Все-таки мяса лишним не бывает. Тем более восстанавливаю 201 хп. Вроде норм. Вроде это полное мое хп, как раз 201. Ладно, идем дальше. Так, я здесь пока сундучки открывать не буду. Может быть, потом подкреплюсь после драки. В общем, как и в прошлый раз. Вулкану. А, нет, здесь сразу босс. Окей, окей. Так, ну давайте сразу. Похоже, нам придется превращаться в этого. Ой-ой. Я греб. Что ж такое? Съедаем это все. Да что ж такое? Да. Ух ты, я еще даже уровень обнял. Нифига себе. Да я еще люблю от этой штуки уворачиваться. Довольно неплохо. Так, ну иди сюда, братишка. Высоко поднялся, он не должен был меня забить. Так, все, у меня больше нет этих. То есть не плюха, а сэндвичей. Но все равно я в любом случае смогу его одолеть, этого дракона должен, по крайней мере. Ой, ой. Что-то мне больно. А, да тут легко, ты просто подпрыгиваешь и бьешь, лол. Что-то я раньше этого не делал, странно. Так, ну, в общем-то, все, с драконом мы справились. Изи. Так, ладно, заходим дальше.
берем якорь, штурвал, вроде это штурвал называется. Вообще-то как-то так. Так, ну, ой, экспириенса дохренища, почти 1,5к оформили, ну, думаю, неплохо. Так, и здесь, в общем-то, некромант и злой чародей, так сказать, оживляют наших старых врагов, которые в будущем нам встретятся. Окей, окей. Так, ну и давайте апнем уровни и, наверное, уже закончим на сегодня эпизод, потому что он довольно долгий получился. Так, так, так. Так, хорошо. Что-то апнули. Так, давайте, наверное, еще скупимся. Сколько мне? 300 голды. По-моему, рыбка 300 голды стоит. Да, рыбка 300 голды и стоит. Отлично. Ну, давайте я посмотрю, еще схожу, что делает рыбка, и на этом все. Так, хотя, в общем-то, в следующий раз пойдем вот сюда. В общем, ладно, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. И, в общем, увидимся в следующем видео. В следующем видео мы пойдем на завод, так сказать. Ну, а потом поплывем на пиратском корабле. В общем-то, всем еще раз спасибо и всем до новых встреч. Пока-пока.